Вот она, эта загадочная машина. Сейчас попробую максимально показать, как что происходит, чтобы что кого-то понимание придет, что с ней не так. Вот она стояла, ну, дня 4 точно, не заводилась. Чека раньше не было, надо будет посмотреть, почему он горит. Сейчас буду все показывать. Шибко горело по датчику распривала, который я забыл подключить после последних ковыряний. Сейчас посмотрим, как заведется. Подушка горит из-за шлейфа, но к работе двигателя это не должно иметь никакого отношения. Сейчас я ее прогрею, покажу, что на месте ничего не происходит. То же самое с двух педалей на драйве. Никаких проблем нет. Но стоит поехать газ в пол, пропадает сигнал с датчика колена. Тормоза не держит машину, не могу раздуться.